Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. На этой юная звездочка покоряет вершины различных творческих конкурсов. Она талантливо перевоплощается в актрису, когда читает стихи. Дарина Байбанова, ученица 9-й школы Черкесска, однозначно станет творческим человеком. Для этого у нее есть все данные. О том, кем же Дарина хочет стать в будущем и какие у нее творческие замыслы, в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Бели Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Дарина. Доброе утро. Ты знаешь, я, как всегда, рада видеть тебя у нас в гостях, потому что ты, на мой взгляд, такой одаренный, безумно творческий ребенок. Да к тому же, приоткрою секрет, ты дочь моей коллеги Марины Кушповой, известного журналиста. И, наверное, я вот, знаешь, с чего начну говорить? С того, что ты тоже хочешь быть тележурналистом. Ты в тот раз мне об этом сказала. Ты не изменила свое мнение? Нет, я не изменила свое мнение. А мама также настаивает, чтобы ты была врачом? Да. Ну, мы маму переубедим, правильно? Дарин, вот с того времени, как мы с тобой последний раз виделись, много чего произошло в твоей жизни. Вот несмотря на эту пандемию, на всякую ситуацию, ты постоянно участвуешь в каких-то конкурсах. Самый большой конкурс это был «Талант года», правильно? Угу. Скажи, пожалуйста, в каких конкурсах ты еще участвовала? Я слышала, что ты даже побеждала. Ну, расскажи мне. Я участвовала в двух конкурсах в Москве. И... Это онлайн было? Да. Угу. И «Кавказские самоцветы». Ну, где ты выиграла? Что ты там делала? Вот расскажи. Стихи читала. И там, и там? Да. Но твоя муха-цокотуха тут произвела фурор. Я знаю, что ты сегодня тоже приготовила нам стихотворение. Чуть позже мы... его обязательно послушаем. Наши зрители, как всегда, оценят, послушают. Скажи, пожалуйста, с кем ты занимаешься? Кто твой педагог? Марина Николаевна Благодаренко. Вы с первого дня с ней занимаетесь? Да. Угу. Ну, и мне бы хотелось узнать о твоих планах на вот этот год. Да, мы с сестрой подготавливаем один стих. Я думаю, что он тоже всем понравится. Ну, я уверена в этом. И ты знаешь, перед записью я видела, что ты носила какие-то интересные браслетики. Ты еще браслетики делаешь? Да. Ты принесла их с собой? Да. Ну, покажи. Вот это вам. Ой, какой... И браслет мне? Ой, благодарю тебя. И эти цветы мне? Угу. Спасибо, они очень чудесные. Дарина, ну, я думаю, сейчас мы предоставим возможность нашим зрителям посмотреть, послушать твое стихотворение. А с тобой я прощаюсь до следующей встречи. Я думаю, мы скоро с тобой увидимся. Спасибо тебе. До свидания. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Очень вкусный и нарядный мчался поезд шоколадный. Вдоль вагонов надпись шла. Шоколадная стрела. Все вагоны в нем подряд были чистый шоколад, а вагонные скамейки были раковые шейки. Мчался словно ветер он, но, к несчастью, вез свой стен. Эти страшные сластены облизали все вагоны, а потом не утерпели, паровоз с трубою съели. И, конечно, полпути им пришлось пешком идти. Наш информационный эфир в 9:00 продолжит вещание на черкесском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru. Или приходите в офис. Московский индустриальный банк.
Дарите эмоции. 585 золотой. Садово-огородный центр «Симбат» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет грандиозное цирковое шоу династии Богдасаровых «Планета 13». «Биберленд». Миру сыр.